Привет, друзья! Сегодня сделаем симпатичную обезьянку из воздушного шарика. Для работы понадобится всего лишь один длинный шарик ШДМ, его размер 260, насос для воздушных шаров и перманентный маркер. Начнем! Дорогие друзья, покупайте у нас длинные шарики ШДМ для моделирования. Есть наборы по 100 штук, есть наборы по 30 штук, плюс 5 в подарок. Все полезные ссылки в описании. Добро пожаловать! Наполним шарик воздухом. Оставим хвостик примерно на 6 пальцев. Немножко спустим воздух. И завяжем шарик. Внимание! Завязать шарик необходимо так, чтобы остался достаточно длинный хвостик. Вот так. Вот. Разомнем шарик. Изготовление обезьянки начнем с уха. Сделаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз. Вот так. Теперь придерживаем, складываем шарик и оттянем еще раз. И перекрутим. Вот так. Ухо готово одно. Далее делаем длинный элемент Bubble Twist. Скрутим шарик раз. И делаем второе ухо. Скрутим элемент Pinch Twist. Сначала делаем Bubble Twist. Теперь оттягиваем, перекручиваем, и получится второй элемент. Вот так. Нам необходимо сделать еще два таких элемента. Воздух направим по направлению к хвостику. Далее скрутим шарик раз. Обовьем элемент пинч-твист, тем самым закрепив. Так. Делаем еще один такой элемент. Скрутим шарик, это будет мордочка, и обовьем ухо. Вот у нас вырисовывается обезьянка. Далее, что нам необходимо сделать? Найдем длинный хвостик. Здесь воздух направим по направлению к хвостику и подведем между длинными элементами шарик. Вот так. Вот. Теперь оттянем длинный хвостик и обовьем им шарик. Вот. Хвостик спрячем. Это мы сделали для того, чтобы дальше формировать шею, туловище. И этот шарик будет выходить из центра. Вот так. Так, расправим все, ушки, мордочка. Теперь делаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз, вот так. Теперь складываем, пальцами левой руки придерживаем. И нам необходимо перекрутить еще раз этот элемент. Вот так. Вот. Дорогие друзья, ссылка на плейлист с фигурками, для изготовления которых понадобится всего лишь один длинный шарик ШДМ, в описании. Добро пожаловать! Вот, друзья, что у нас на данном этапе получилось. Это пинч-твист элемент, ушки и мордочка. Так, делаем туловище, скрутим шарик раз. И сделаем маленький элемент пинч-твист, чтобы за него можно было зацепиться впоследствии. Значит, сделали bubble twist. Складываем шарики. Теперь оттягиваем. И перекручиваем. Вот так. И сделаем лапки. Скрутим шарик раз. Скрутим шарик два.
Теперь вокруг шеи обовьем. Вот так. Вот. Еще делаем две лапки. Скрутим шарик. Раз. Чуть-чуть воздух спустим. Так, длинней. Вот так. Делаем такую же лапку. Два. Обовьем вокруг элемента пинч-твист. Вот так. Поправим все. И сделаем хвостик. Хвостик нам надо изогнуть. У обезьянок длинный хвост, которым они цепляются за ветки деревьев. Так, вот так. Вот, дорогие друзья, какая симпатичная обезьянка у нас получилась. Теперь перманентным маркером нарисуем ей глаза, нос и улыбку. Вот и все, дорогие друзья, симпатичная обезьянка из длинного шарика ШДМ готова. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам, с удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением, Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наши каналы и сайты. Ссылки будут в описании. Пока!